Что это с тобой? Помоги мне, я сейчас упаду. Что? Что нужно делать? Я готов помочь. Дорисуй то, на чем я должна стоять. Что дорисовать? Ну, не знаю. Козла, например. Ей, понял. Вот так? Это осел, а нужен козел. А, блин, сейчас, секундочку. Блин, Лень, ты реально просто дебил. И все. Согласен, Лень, нужно просто дорисовать вот такую штуковину и все. А, блин, вот сейчас все понятно. Но тут-то я башню правильно дорисую, она же примерно вот такой формы, да? Лень, ну ты что, дурак, зачем ты эту башню Эйфелева вот такой формы? Господи, Леня. Мне все больше и больше кажется, что у Лени нет мозгов, как у этого зомби. Нубкин, даже у этого зомби есть мозг, а вот у Лени навряд ли. Обожаю хот-дог. Ну да, Лень, давай дорисовывай. Что дорисовать-то нужно? Ну, подумай, блин. Ладно, я не знаю, что ему горчицу здесь нарисовать, да? Ну нет, Лень, не совсем, думай еще. Так вот же, Владус, горчица. Так не только горчица, еще и кетчуп. А, я понял, Владус, это обманка была, да? Да-да-да, Лень, смотри, здесь мы просто дорисуем доску, это легко. Какой довольный серфер. Что с ним случилось, Владус? Ну, может быть, поранился немного, может, мы просто дорисуем здесь ему пластырь, все. Мы че, его вылечили? Ага, Лень, только вот здесь-то что происходит? В стиральной машине нужно что-то дорисовать, может быть, где-то здесь? А, Владус, капец, ты кошака-то зачем туда дорисовал? Я не специально. Владус, че это с ней? Ну, Нубкин, наверное, ей холодно. А, я понял, Владус, мы сейчас одеяло дорисуем, вот, держи. Ну, не совсем. Чего? В смысле, ты зараза такая, тебе ж холодно, вот тебе, держи еще одно одеяло. Вот, Лень, другое дело. Блин, а че ей мое прошлое одеяло не понравилось? Лень, зачем ты дорисовал язык этой жабе? Сломала? Хорошо покушала. Кажется, здесь понятно, что нужно дорисовать. И это сердечко на футболке, серьезно? Ага, Ланус, теперь эта пара счастливая. Где моя груша? Блин, вот зараза, давайте ему грушу дорисуем, иначе он нас бить начнет. Вот тебе, пожалуйста, держи. Отлично, хана тебе груша. Так, допустим, ну давайте дорисуем чашечку кофе, наверное. Она же здесь не зря просто так эта кофемашина стоит, верно? Да, ладно, капец, ты правильно делаешь. А здесь ракете можно дорисовать огонь. Лень, ты че, поумнел что ли? Вообще нет, Владус, но смотри, раз... И два. Обалдеть, Лень, ты чё? Ты нас удивляешь? Блин, и правда, чё это с Лёнчиком? Ну, тут-то, наверное, он догадается, это будет легко. Давай, Лёнь, у тебя получится. Конечно, получится. Наушники ему нужно дорисовать. AirPods. Ты придурочный? А чё, нет, что ли? А, я понял. Ему надо бороду дорисовать, у него бороды нет. Лёнь, ты чё? Какая борода? Посмотри на коробку, что нужно нарисовать в коробке. Ха-ха, Владус, сразу бы так и сказал. Здесь ему нужно нарисовать вот так вот, вот так и... Ты чё, дебил что ли совсем? Пиццу! Владус, я нарисовал ему пиццу, ты чего? Да, Леня, тебе хана будет, зараза. Вот-вот, правильно. Владус, дай я пряню дорисую, здесь у него просто рука. Ну да, здесь и правда легкий уровень. Да ладно вы что, ребята? Смотрите, я смогу нарисовать здесь у него вот так вот и ракет. Леня! Какая нафиг ракета? Ты что, совсем здесь просто сковородку нужно нарисовать? Все. А что он там готовит, интересно? Не знаю, Лень, но с мороженкой хотя бы ты справился. Ну, конечно, справился. Что это такое, Владус? Ё-моё, это что за позор? Владус, давай двери дорисуем нафиг, чтобы его не видно было, смотри. Оп. Ты что, совсем? Лень, так его надо было отмутозить. Что он у нас в доме вообще делает? Да ладно, Владус, пускай живет. А здесь что нужно? Я не знаю здесь, что нужно, Лень, но... А, ну зубную пасту, наверное, это было правда легко. А Леня бы ни за что не догадался здесь. Что ты сказал, Нубкин? Я говорю, что ты тупая зараза. Ребят, хватит, ну вы что? Подождите. А, Нубкин, ах так. Ну все, хана тебе. Да че мне-то хана, Лень? Я вообще ничего не сделал. Ребят, может быть, хватит ссориться? Может, мы просто... На тебе, зараза. Зараза. Так, все, ребят, отставить. Блин, вот вы дебилы. А, ладно, все. Давайте мы с вами будем дружно дорисовывать перчатку. Точнее, варежку. Да как дружно дорисовывать? Он мне все мозги выбил. Ну, Нубкин, у тебя тоже вроде их особо-то и никогда не было. Чего?
Это что, про меня, что ли? Ли, капец, а что с ней случилось? Не знаю, Лёнь, не спрашивай, давай просто нарисуем платье. А, Влад, а зачем? Да, Лёнь, ну ты что, ну ты совсем, что ли, а? Вот снеговику мы дорисуем вот эту часть тела, чтобы он был у нас потолще. Красавец какой, опа! Ага, значит, грабитель пришел. Хрен тебе, а не золото, понял? А чё так-то, почему? Да потому что, пшёл вон отсюда. Ладно, стану этому песелю помочь добраться до косточки. Лёнь, ну это легко, ты же справишься. Да, смотри. О, господи, Лёня научился проходить лабиринты. Да как так-то, зараза, он же никогда не умел это делать. Ну вот, Нупкин, представляешь, научился. А помнишь, в прошлом ролике он вообще не смог нисколько. Так, ну ладно, ладно, не говори ничего про прошлое видео. Ребята, да вы чё, совсем? Всё я смог в прошлом видео. Да, Лёня. Ты потом, дорогой мой подписчик, обязательно посмотри прошлое видео. Ничего не надо смотреть прошлое видео, и лайк не нужно ставить. Не-не-не-не-не, Лёня, обязательно лайк нужно вот прям сейчас поставить, правильно, ребят? Конечно, правильно, а чё это с ними? Ой, блин, извините, давайте мы дверь вам нарисуем и закрывайтесь нафиг отсюда. О, господи. Фу-фу-фу, чё это? Кажется, этому спортику что-то не хватает. Да, например, турника. Да, давай-ка это нарисуем. Правда, легкий уровень. Да, хочется посложнее. Посложнее тебе, Нупкин, хочется? Хорошо, давай вот, дорисовывай. Блин, что дорисовать-то? Носок? Нет, Нупкин, ну не носок, ну нет. А, я понял. Ну давай, у тебя получится. Да Нупкин тупой, у него ничего не выйдет. И у меня выйдет, нужно дорисовать кирпич. Вот здесь. Костер нужно дорисовать, вот. А, блин, ну правда сложный уровень был. Да какой сложный, Нупкин, все было легко. Это что за собака? Ой, господи, вы вот реально два дебила. Я знаю, что этому Санке нужно. Канат. Какой канат, Леня? Ну он же играет в игру в кальмара на перетягивание каната, правильно? Ты что, совсем что ли, Лень? Нет, Лень, ты что, дурак? Тут же видно, что ему нужен мотоцикл. Ты что... Какой нафиг мотоцикл? Ты как до этого вообще додумался? Ему нужен мешок с подарками, а осел ему зачем? Это олень. Чего? Вы реально два дебила. Ну здесь, наверное, ему нужно улыбку. Почему сразу улыбку? Да, Владус, может он должен был быть грустным? Ну не, но не был же он грустным, ну вы достали. Так, ну здесь туфелька, каблук, все понятно. Капец, Владус, ничего себе, мы уровни прошли. И что? И чё, если нарисовать этим уровнем вот столько нолик, и чё, это получится 43 тысячи? Но мы не проходили 43 тысячи уровней, Лёнь. Нет, Владус, ты не понял, я хочу столько лайков. 43 тысячи лайков? Да ты чё, образил что ли, Лёнь? Не-не-не-не-не, это слишком много. Наши зрители не поставят столько лайков. Почему? Владус, а мне кажется, наши подписчики молодцы, они справятся. Ну, не знаю, ребят. Ну, 43 тысячи лайков, это слишком много. Давай так, если я сейчас пройду подряд три уровня... Это был первый. То что? Он не поставит 43 тысячи лайков, ладно? Лёнь, ты только что второй уровень прошел. Угу. В том-то и дело. Опа, а вот здесь ты хрен пройдешь. Давай, что здесь нужно дорисовать? Молнию застежки. Че, реально? Хорошо, Лёнь, давай. Тебе 43 тысячи лайков поставят. Вы этого не видели? Да что не видели-то? Все нормально было. Что это вообще за странный уровень? Почему этот викинг должен был куда-то пропрыгать? Ладно, Владус, лайки это одно. А зрители смогут угадать вот это слово? Ну, Нупкин, ты бы еще легче слово загадал. Конечно, смогут, они же не глупые. Почему тогда я не могу? Делай выводы, зараза такая. Пишите в комментариях, что за слово зашифровано в этих буквах. Лень, ты что делаешь? Звезду рисую. Ну, не особо было похоже на звезду, если честно. Ну, печеньку-то каждый дурак дорисует, это вообще легкотня. То есть, получается, мы здесь втроем проходим тесты. И еще и вам тест предложили. Ничего себе. Не, какой тест, Лаус? Лен, ты тоже тупенький, да, немного, как и Нупкин. Почему? Ну потому что я только что сказал написать в комментариях разгадать слово, и ты меня все еще спрашиваешь, че, какой тест? Ты вообще ничего не слушал? Пропустил, видимо. Ага, пропустил. Ну здесь, да давай, дорисовывай рога и пойдем на следующий уровень. Где будет посложнее? Реально посложнее, капец, он в труселях. Давай, дорисовывай ему штаны, ты че, да ты че разговариваешь-то? Вот так вот все, отлично. Ты бизнесмен теперь какой, а? Да, пока что уровня посложнее не было, но мы ждем. Ладно, что это вообще легкотня, смотри, раз, готово. Это мог бы быть сложный уровень, если бы нужно было, например, нарисовать
Здрасте, приехали. Вот это подстава. А что здесь нужно дорисовать? Нупкин, подумай. А, я понял, вот зараза. Нижний ряд зубов. Да какой нижний ряд зубов, Нупкин? Ну ты подумай, чего здесь не хватает. Блин. А, я понял, второго хвоста. Ну конечно, у дракона же 15 хвостов. Нет, всего 2. Ой, господи, Нупкин, крыла не хватает здесь. В смысле не хватает? Вот за оно. Реально глупый. Да, Нупкин, даже я понял. Вот второе крыло здесь должно быть. А вот это я невнимательный. Ну почему сразу невнимательный? Просто глупый. Че сразу невнимательный? Ты так про себя говоришь. Не говори так про себя. Ну да, может быть. Ой, это че, Леня? Нупкин, ты че? Нупкин, ты че? Ты дурак. А че ему дорисовать? Все как у Лени, все нормально. Ну, например, хвост. О, ребята, вы че совсем? Ладно, Лень, извини, пожалуйста, но это было правда смешно. Че смешного-то? Ты вот сам пошутил и сам не понял, что смешного? Я не шутил. О, господи, что? Что не так здесь? Почему? Владус, мне кажется, с ней что-то не так. Нет, Лень, все так. Просто нужно сделать вот так вот. Все. Ну да, тоже верно. Кажется, этому художнику что-то не хватает, и это... Все верно, второй цветок. Вот он. Нет, Нупкин, это не второй цветок. Холст, ему не хватает холста. И да чуть, на чем он будет рисовать? А вот, блинский блин, а здесь все? Ну, наверное, корону вы правильно начали рисовать. Да, вот настоящий царь. О, это у кого день рождения? Точно не у меня, потому что мне 5. Не знаю, Нупкин, у кого день рождения, но так как 3 года, должно быть 3 свечки. Все верно. Это что, Валера? Нет, Лень, это не Валера, это просто какой-то другой железный мишка. Ставь лайк, если знаешь Валеру. Спасибо за детство. Лень, ну перестань. Клюшку дорисуем, конечно, это легкотня, хоккеисту нужна клюшка определенно. Как это аппетитно выглядит. А мне тоже есть захотелось. Согласен с вами, поставьте лайк ему тоже. Блин, серьезно, тут нужно было дорисовать ручку, правда? Ты че, волшебник? Не надо ее резать. Да, подожди, он не собирается. Или, если мы дорисуем коробку... Он это сделает! О, нет! Бедная женщина! Дорисуй мороженку, чтобы ее съесть! Дорисуй, конечно, Лень, дорисуй. Ой, какой мощный рыцарь! Ему нужна защита! Ого, Нупкин, ты что, знал это? Нет, просто догадался. А здесь что? Да здесь надо солнце зачеркнуть, потому что оно мешает нас ему! Граф Дракуле! Нет, Нупкин, здесь нужно просто заколотить ему гроб. Чего? За что? Ну потому что, Нупкин, он боится света, ну что поделать? А, то есть мы его спасли, получается? Да, Нупкин, а здесь правда легкотня, здесь нужно дорисовать сетку. Да, это было реально легко. Капец, Владос, ты профессионал, что ли? О, господи, дайте-ка мы его зашторим, пожалуйста. Давай это, давай, блин, закрывайся. Я чуть не оглох. Нупкин, я тебя понимаю. О, ребята, это же Мила! Какая еще Мила? Божья коровка из Лунтика, Владус. Ты что, не знаешь? Вот, смотри, вот. Мила. Ты что, дурак, что ли, Леня? Это обычная божья коровка. Куда эта зараза целится? Подожди, Нупкин, мы ему должны помочь. Скорее всего, он создает новую любовь. А, чего, Владус, не говори такого? Лень, ну ты дурак, ну ты же уже вроде взрослый, или нет? А че здесь нужно дорисовать? Звезду? Не знаю, Леня, но судя по всему, ты прав, реально, просто звезда и все. Я думал, что это будет что-то большее. Мы что, должны человека дорисовать? Алло, ты че? Не, ладно, давай ему бицуху нарисуем. Что? Нормас. Это реально странное задание. Напишите в комментариях, что здесь нужно дорисовать. Я не понимаю. Ладос, я знаю, что нужно дорисовать. И что же? А не скажу. Почему? Это будет уже в следующем видео. Подпишись на канал прямо сейчас, чтобы его не пропустить. Прямо сейчас. Ладно, ребята, давайте подписывайтесь. Кнопка подписаться внизу и посмотрите другие видео. Они вот здесь у вас на экране. Кликайте на них прямо сейчас. Ролик заканчивается. Пока.